Я с Москвы приехал, потому что родина. И потому что президент обращение сделал ко всем. В военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что вы только туда. Как приедете, в течение 2-3 дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет. Давайте искать, кто нас обманул. Тихо, подождите. По поводу 300 тысяч. Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Хорошо, а кто же его сочетает? Они дают свои партийные билеты. Ребят, вы поймите одно, я вам не обещала 300 тысяч. Понятное дело, подожди, что мы сейчас здесь рассказываем. То, что у нас просто, и все. Один за всех! Один за всех!